Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо UA Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Огнівенко. Місто Дніпро опинилося на 15-му місці серед 24 міст України з середнім індексом конкурентноспроможності. Про результати дослідження у Фейсбук повідомила програма USAID «Конкурентноспроможна економіка України». Які фактори впливають на конкурентноспроможність міста? Що перешкоджає підвищенню конкурентноспроможності у Дніпрі? Про це ми говоримо з гостем нашої студії, це економічний експерт Михайло Крапивко. Вітаємо вас. Доброго дня. Ми в прямому ефірі, наш телефон 096-447-1303, тож телефонуйте нам, ставте свої запитання. Також пишіть нам свої запитання у Viber, повторюю номер 096-447-1303, ми в прямому ефірі. Отже, дослідження конкурентноспроможності міст України зробили компанія InfoSapiens та громадська організація Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Для вимірювання індексу провели масштабне опитування, перша хвиля якого охопила 23 обласні центри України та місто Київ. Опитано 5115 суб'єктів підприємницької діяльності, які висловили думки про бізнес-клімат та про зусилля міської влади у створенні сприятливого середовища. У Дніпрі індекс конкурентноспроможності становить 50,68. Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Тернопіль та Чернігів є містами з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним рядування, мовиться у дослідженні. Отже, пане Михайло, розкажіть нам, що взагалі таке індекс конкурентноспроможності, як він вираховується і для чого він взагалі потрібен? Ну, починаючи з того моменту, коли Україна заявила о децентралізації, став вопрос конкурентоспособності регіонів, городів і так далі. Тобто, по условиям существування, ведение бизнеса, проживания и прочим условиям комфортности, скажем, определяется, куда больше потянутся люди, куда будет мигрировать население, а от этого зависят и местные бюджеты, потому что это налоги, это экономика, это желание людей жить в этом регионе. Поэтому индекс показывает, насколько на сегодняшний день какой регион или в данном случае какой город является более привлекательным для жизни, какой менее. Считается он путем опроса определенных категорий граждан. Это не является экономическим расчетом, это социологическое исследование. Но оно показывает отношение населения к местным властям, к местным условиям, ко всему, что опрашивается. В данном случае был опрос по нескольким категориям, которые как бы отображают более или менее уровень восприятия региона. И в основном опросы сводились к чему? К тому, насколько люди готовы открывать в этом городе бизнес, насколько они готовы здесь работать. Этот опрос пока не касался вопросов комфорта жизни людей. Вопросы пока более экономического такого направления. От у Дніпра, я вже сказала, що індекс становить 50,68. Взагалі, що означає ця цифра, на що це може взагалі вплинути? Ну, я би на інтегральний такий показатель не обращав би внимання. Почему? Потому что он является суммой отдельных показателей по каждому вопросу. Я б лучше рассмотрел именно показатели по вопросам и место, как бы, где в каждом вопросе оказался наш город. Ну, давайте еще раз посмотрим, кто принимал, у кого опрашивали. Вот есть такая статистика, что по бизнесам это больших предприятий 1% принял участие в этом опросе, средних только 3% и 96% это малый бизнес. Это ФОПы, самозанятые, малые микропредприятия. Из них сельское хозяйство всего 2%, но это понятно, потому что города опрашиваются, профессиональные услуги 8%,
В основном это промышленность 13%, 29% другие услуги, 29% торговля. Это что касается групп, которых опрашивали. О чем их опрашивали? Ну, начало бизнеса. Ну, начало бизнеса, в принципе, более-менее законодательно выписано одинаково, но удивляет все-таки разброс индексов, которые получили разные регионы. Вот самый большой индекс 8.52 получил Кропивницкий. То есть он говорит о чем? О том, что местные власти заинтересованы в любом начале бизнеса, и это становится не просто как бы вопросом соблюдения бюрократических процедур, а это сопровождается властью, и власть чуть ли не с цветами и оркестром встречает каждого, кто решил стать ФОПом. Якщо а место повторим... Днепра... Сейчас, да, секундочку. Так я и перехожу плавненько. А место Днепра здесь 3,7%. Что говорит о том, что здесь никто никого не ждет, и есть довольно много сложностей, которые надо преодолеть. Хотя, в принципе, ну вот по своей практике я таких больших особо сложностей не вижу. Бюрократическую процедуру надо пройти полностью и детально, но это как бы исполнение норм закона. Но то, что в этом никто не помогает, и есть другие аспекты начала бизнеса, кроме регистрации, например, там отведение земельного участка, аренда и так далее, здесь они действительно у нас, наверное, не в лучшем, если не сказать, что в одном из самых худших состояний. Следующий вопрос, он касается этого же начала бизнеса, компонент. Пойдем так, да, по компонентам. Да. Это доступ к публичному имуществу. Что значит публичное общественное имущество? Ну, это опять же те же здания, которые принадлежат местным советам и территории помещения, ресурсы, к которым надо получить доступ, чтобы начать свой бизнес. Та же аренда Госмайна и так далее. Ну вот посмотрим, здесь лидирует Хмельницкий с индексом 8.03. И Днепро 3,72, но хуже всех оказалось Запорожье 2,67. Что здесь следует сказать? Здесь следует сказать, что первый вопрос – это вопрос к фонду Держмайна региональному, это вопрос оценки имущества, потому что арендная плата пляшет от оценки. И если оценщики и фонд считают, что это имущество в Днепре очень сильно востребовано и завышают его стоимость, ну вот мы имеем как бы такой коэффициент. Плюс куча бюрократических и прочих процедур, чтобы получить это имущество. Плюс риски, связанные с тем, что ты арендуешь у бюджета, а не участника, с которым можно договориться. Ну вот мы имеем такую вот картину. Видно, в этом отношении Хмельницкий сделал более благоприятные условия для бизнеса или у него больше майна. Следующий – прозрачность и открытость данных. Опять лидирует Хмельницкий с индексом 9.34, Днепро здесь на среднем месте хорошим 5.44, хуже всего Херсон с индексом 1. Ну, здесь надо сказать, что ресурсы информационные в Днепре, в принципе, довольно нормальные, то есть, в принципе, можно найти любое решение горсовета, и здесь большую роль играет пресса местная, которая освещает все и не пропускает ни одного момента, чтобы не высветить его. Ну, вот и такой хороший имеем в данном случае индекс. Стоимость соблюдения законодательства. Здесь вообще самые замечательные у нас такие регионы. Ну, скажем сразу, Днепр в хорошей части, то есть самый лучший Ужгород 8.86, в Днепре это 7.6, то есть мы практически в лидерах здесь, а хуже всего оказался Киев 2.99. То есть о чем это говорит? О том, что средняя часть расходов годового дохода на выполнение местных регулирований, стоимость включается количество рабочих дней, которые бизнес тратит на разные инспекционные поведения, ну, нормой считается, средним, вернее, получается 5 дней
бізнес тратить. 4 дня тратить на местное регулирование, какие-то местные. И часть расходов бюджета годового, которая тратится на это все, 3,7%. Ну, это не городской бюджет, имеется в виду, это бюджет организации на то, чтобы выполнить эти все нормы. Ну, опять же, это отчетность, это переписки и так далее. Но мы знаем, год назад у нас почти каждый третий субъект хозяйствования отписывался перед комиссией по трудовым отношениям о том, как он трудоустроил людей, что, какая зарплата, почему меньше средней по больнице или по стране и так далее. Вот это вот эти расходы, вот здесь вот все сведены в стоимость того, во что обходится. Ну, как мы видим, в Киеве намного дороже, то есть там намного больше и инспекционных посещений, и других расходов бюджета. Следующее – налоги и сборы. И вот здесь мы уже приплыли. Лучший – Ужгород 8,75, а Днепр 2,93. Хуже только Херсон 2,55. И здесь есть очень древняя проблема Днепра. Это то, что, ну, давайте так посмотрим, за счет чего формируется местный бюджет. Ну, часть от доходов населения, от налога на доходы населения, это понятно. Местные налоги – это у нас плата за землю, прежде всего. А плата за землю у нас, опять же, от оценочной стоимости и с индексацией по решению местных органов. И плата за землю у нас, наверное, одна из самых высоких в стране. И этот ресурс в Днепре очень проблематичен. Очень длительный и сложный процесс выделения земли под бизнес, перехода права собственности на землю. Это все дает очень такой плохой результат. И при этом большие налоги. Недавно, вы знаете, был такой шум в прессе о том, что с 3% подняли до 12% плату за землю, как потом оказалось, не совсем законно. Ну, вроде бы как в пределах, но не совсем. И вот это вот все сказывается. Второй момент – это единый налог. Есть регионы, ну, тот же Ужгород, где как-то пытаются уменьшить налоговую нагрузку. Днепр всегда идет по максимальной шкале. И это приносит свои плоды, и поэтому молодые бизнесы, они как-то не очень сильно множатся в Днепре, а начав бизнес здесь, люди перетекают там либо во Львов, либо в Ужгород, либо в тот же Харьков, либо в Киев. Кормовые базы другие. А мог быть Днепр. Потому что Днепр исторически – это индустриальный город, это научный город. Здесь очень много у нас было и вузов, и научных учреждений. И научная база здесь, и технологическая база очень хорошая. Это космическая столица и город инноваций. Но, тем не менее, вот особенно такой гибкой является сегмент программистов, который быстро перетекает из места в место. И вот мы видим даже, когда сейчас в Беларуси начались проблемы, куда потянулись белорусские программисты в Украину? В Киев и Харьков. Одно время в Донецке много было программистов, Днепр здесь как-то держит такое средненькое место, и это не связано с тем, что природа программистам не нравится, это связано как раз вот с этими вот экономическими аспектами. Шестой компонент – неформальные платежи и коррупция. Самый лучший у нас опять Хмельницкий, Днепр здесь в очень пристойном виде, Хмельницкий 8,84, Днепр 7,26. Хуже всего Херсон 1,04. Можно я это не буду комментировать? Да, да. Если кому-то интересно, цифры средние по стране есть в интернете, ну, потому что вопросы коррупции – это как-то вопросы на грани обвинения, обвинять бездоказательно. По ощущениям, я считаю, что и здесь они зря привели эти цифры, потому что это скользкая тема. Безопасность ведения бизнеса. И вот здесь, как ни странно, лучшим оказался Краматорск в зоне операции объединенных сил или в зоне АТО, а худшим Одесса 2,92.
Днепр занял нормальное среднее место 5,71. Что здесь подразумевается? Здесь подразумевается риски рейдерства с использованием как и государственных, так и неформальных подразделений. И расходы, которыми связано. Общие цифры здесь такие. 45% всех опрошенных считают, что конкуренты, ихние конкуренты, ведут бизнес в тени. Ну, это наша такая древняя, ну, я не знаю, какая-то украинская парадигма. Выигрывает тот, кто демпингует лучше. На самом деле рынок не завоевывается демпингом. Демпингом можно завоевать его на очень короткий период времени, а демпинг может быть за счет чего? Действительно, за счет тенизации части расходов, то есть недоплаты налогов и еще других платежей, за счет контрабанды, это опять же связано с налогами и так далее. Это тенизация. 45% считают, что все, кроме них, ведут бизнес в тени, но надо понимать, что они ведут половину своего бизнеса в тени. Ну, скажем так, в худшие времена теневой сегмент в Украине оценивался где-то порядка 70%. Сейчас официальная оценка на уровне 40%. Ну, реальная, наверное, все-таки больше, но, тем не менее, есть такой момент, и он, опять же, неоднозначен. С одной стороны, наверное, было бы очень замечательно, если бы в тени не находилось ничего, но, с другой стороны, тот уровень цен, который бы сложился на рынке без тенизации, он бы не порадовал никого. Поэтому детинизация бизнеса – это обоюдное движение государства в целом, а не региона, на уменьшение ставок налогов, на уменьшение налогового давления и бизнеса на отбеливание. Пока государство у нас не решается ступить на этот путь, но вот было последнее такое решение – это глобальное понижение ставок налогов до… Сначала заявлялось все по 20, потом стало все по 18. Вот это и ЕСВ стал там с 40 с гаком процентов до 22. Это последнее такое движение, и оно дало свой результат, потому что оно было как раз в период кризисный, кризис 2009 года, 8-9, и оно помогло бизнесу устоять, и не было такого большого сокращения субъектов хозяйствования. С тех пор таких глобальных вещей не проводилось, только декларируется, ну, декларации остаются декларациями. Следующий компонент очень показательный – лидерство местной власти. Только 20% всех опрошенных считают, что местная власть хорошо или очень хорошо относится к частному бизнесу. Все остальные считают наоборот. Но лучший коэффициент здесь опять у Хмельницкого, 9,35. Ну, мы уже по другим видели, что там власть действительно старается развить. То есть, что такое местный бизнес для бюджета? Это независимость от госбюджета. Это самостоятельность. Вот Хмельницкий, Закарпатье, Ужгород, они стремятся как бы стать независимыми финансово. Днепр здесь не лидирует, а скорее ближе к концу, 3,98 индекс. Хуже всего Полтава с индексом 2,75. То есть местная власть считает, что бизнес ей должен, а она ему ничего. Ну, я думаю, что это опять же один из тех моментов, почему высокодоходные бизнесы мигрируют из Днепра в другие города. И здесь нельзя оправдаться там экологией, близостью к Восточному фронту, ничем. Компонент номер 9. Ресурсы для развития. Лучше всего Львов, хуже всего Кропивницкий. Львов 6,35, Кропивницкий 3,22, Днепро 3,88. Что сюда относится? Людские ресурсы. Ну, понятно, если молодые бизнесы уходят, уходят с ними лучшие людские ресурсы. Финансовые и инфраструктурные ресурсы. Ну, это, наверное, на сегодня финансовые – это общая проблема всей страны. А вот что касается инфраструктурных ресурсов, здесь, наверное, это все-таки проблема региона. Это старая проблема нашего Днепропетровского аэропорта, что отсюда никуда ты не улетишь.
сюда никто быстро не прилетит. То есть внешние связи как-то начинают тормозить. Это наши дороги. И многое другое, связанное с этим. И последний компонент – это инфраструктура поддержки бизнеса. Ну, кто у нас видел инфраструктуру поддержки? Понятно, да? Поэтому вот такие вот показатели мы имеем. И для сравнения, вот соседнее Запорожье, где есть аэропорт, уже этот индекс 4.32. И вот давайте... Угу. Еще... Підтримка інновацій. Сейчас мы до нее дойдем, еще время есть, успеваем. Є час. Да, еще успеваем. Поэтому вот покомпонентно. Теперь это мы проговорили в целом. Измерение человеческий ресурс. Лучше всего Харьков 8.02, ну то, о чем я и говорил, куда стремятся инновационные молодые стартапы. Хуже всего Кропивницкий 3.54 и Днепр 5.71. То есть еще терпимо. Что касается финансовой инфраструктуры, лучше всего Хмельницкий 7.59, хуже всего Полтава 2.74 и Днепр 3.56. И инфраструктура поддержки бизнеса, лучше всего Львов 8.37, хуже всего Северодонецк 2.15 и Днепр 2.38. І тепер підтримка інновацій. Це дуже цікавий пункт, тому що ви сказали, що Дніпро – це місто інновацій. Да. Ну, давайте почнемо з цифр. Лучше всего, опять же, Львов 7,24, хуже всего Северодонецк 2,22 і Дніпро 6,43. Ну, 6,43 – очень хороший показатель. Ну, я, как мы говорили с вами до эфира, я думаю, что в Днепре, даже если ничего не делать, все равно этот показатель будет хороший. Почему? Потому что здесь есть КБ «Южное», здесь есть «Южмаш», здесь есть еще целый ряд предприятий, та же американская «Ноосфера» свои предприятия космические распространяет здесь. Поэтому инновации здесь есть и будут хотя бы в этой сфере. Хотелось бы, чтобы и в других они как бы опережали и показывали пример стране, но одной этой сферы уже хватит на то, чтобы получить хороший коэффициент. И общие цифры поэтому. 40% считают, что в последние годы много инноваций внедрено. 8% опрошенных считают, что их потребности в трансфере технологий не полностью удовлетворяются, и 2% компаний ФОП уже сообщили, что они являются участниками кластеров, которые созданы по инициативе местных властей. Вот такой вот результат мы получили. Поэтому, ну, можно сказати, скажем, що... в первую пятерку мест мы не вошли, к сожалению. Але в підтримки інновацій ми там четверте місце займаємо, посідаємо. Да, ну, я имею в виду по інтегральному коефіцієнту. Да, і хочу зазначити, що минулого року у жовтні на базі Дніпровського національного університету залізничного транспорту відкрили регіональний центр підтримки технологій та інновацій. Він являє собою міжнародну патентну базу даних і, перш за все, проект корисний для винахідників. Він допомагає науковцям визначати унікальність своєї ідеї, зрозуміти, як свій винахід можна захистити та комерціалізувати. І центр підтримки технологій та інновації – це філія Державного центру інтелектуальної власності. І зараз послухаємо думку, говорить Данило Цвьок, це заступник директора державної організації «Національний офіс інтелектуальної власності». Є предметні речі, які на сьогоднішній день, з якими працює Центр підтримки технологій і інновацій, і ми дійсно допомагаємо їм у сфері інтелектуальної власності почуватися себе захищеними і створюємо всі умови, щоб ці продукти комерціалізувалися на міжнародних ринках. Також послухаємо думку Анатолія Радкевича, проректора з науково-педагогічної роботи, інноваційного та перспективного розвитку Дніпровського національного університету залізничного транспорту. У ведучих університетах України є велика інтелектуальна власність в виді винахідів на корисну модель, патентів і так далі, які розроблені вченими.
Але, на жаль, 99% цієї роботи, яка проведена, і серйозної роботи, наукової роботи світового рівня, вона зберігається на полицях університетів, не вистрим, тільки за того, що ми не інтегровані в міжнародний простір інтелектуальної власності, і до наших цих розробок, до нашої інтелектуальної власності немає доступу міжнародних наукових баз. От ми послухали думку, як ви прокоментуєте це, що сказав, наприклад, от Анатолій Радкевич, що 99% роботи вчених, вони не інтегровані і на полицях стоять? Ну, опять же, это уже не к местному вопрос. Это вопрос к общегосударственной политике, и, к сожалению, вот Украина, наверное, не скоро сможет заявить, что здесь реализуется модель, которая называется «В мире экономика знаний». Да, Минобразование обязал всех преподавателей, всех ученых публиковаться, причем публиковаться в тех изданиях, которые индексируются вот, международных. Но при этом никто не выделил ни копейки денег на эту публикацию. А я вот разговаривал с преподавателями, они говорят, что только на то, чтобы выполнить нормативы этих публикаций, надо 300 евро в год отдать с той зарплаты, которую они имеют, совсем не в евро и не в тех цифрах. Поэтому эта проблема есть и будет, и насильным путем здесь, к сожалению, я думаю, мы не добьемся результата. Надо выделять на это деньги. И деньги, наука не может быть региональной, поймите. Наука, она мировая или хоть как минимум национальная. Пока с государственного бюджета не начнет финансироваться это все, мы об этом будем, ну, очень сложно говорить. Правда, в последнее время появились, больше расширился список украинских изданий, которые индексируются этими системами. И там публикации стоят дешевле, но они все равно стоят денег. Поэтому... А як ви вважаєте, от зможе цей центр, регіональний центр підтримки технологій та інновацій, от він посприяти, що Дніпро саме у 10-му компоненті підтримка інновацій займає таке більш-менш вигідне положення? Ну, здесь немножко несопоставимые вещи. Мы говорим с вами, вот когда говорим об этом центре, мы говорим о развитии науки больше. А опрос проводился по мнению предпринимателей, как к ним дошло. И это абсолютно разные плоскости одной проблемы, понимаете? Ну, как труды наших, даже днепровских ученых, дойдут до предпринимателя? Что, предприниматель придет в лабораторию, в институт, в ВУЗ и купит разработку или закажет разработку под себя? Нет, он скорее купит готовую технологию на Западе. То есть здесь немножко несвязуемо, очень мало производств, это в основном крупные производства, которые могут финансировать и напрямую сотрудничать с наукой. Здесь другой абсолютно процесс, их нельзя связывать, мы между ними моста не найдем. Но для того, чтобы, вот в другое измерение переходим, в девятое, человеческий ресурс был лучше и дороже, вот здесь эта доступность, вот эта вот поддержка бизнеса, поддержка студентов может сказаться очень хорошо, потому что многие еще в студенческие годы начинают искать какие-то идеи, разрабатывать их, и это становится их стартапами. И вот здесь вот как раз на этом этапе наличие такого центра, его доступность, его комфортность работы с ним – она действительно может дать результат, но на человеческий ресурс, а не на десятое измерение. І на сам кінець нашого ефіру, скажіть, будь ласка, от які основні проблеми, які перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності Дніпра? Ну, основная проблема, наверное, если ее сконцентрировать и выразить одним предложением, это отношение власти к малому и среднему бизнесу. Его надо менять. Власть должна понять, что именно местный бизнес, не чей-то чужой,
не чей-то крупный, который может делиться большими суммами, а именно малый бизнес, который создает основное количество рабочих мест, который платит единый налог в местный бюджет и который реально очень сильно зависит от местных властей, должен явиться их приоритетами, и это гарантия, скажем так, развития региона больше, чем попытка вырвать какие-то финансирования із госбюджету. Дякуємо вам, шановним нашим радіослухачам. Нагадаю, що це була програма «Тема дня». Ми сьогодні говорили про те, які фактори впливають на конкурентну спроможність міста та що перешкоджає підвищенню конкурентної спроможності у Дніпрі. В студії з нами був наш гість, економічний експерт Михайло Крапивко, ведуча Світлана Огнівенко, інженер ефіру Микола Нікалішин, звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».